Всех приветствую! Продолжаем бродить по выставкам Санкт-Петербурга, знакомиться с работами художников. Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Бориса Головачева, который в своих работах обращает внимание на проблему противопостояния стихии и науки. Вот что написано в анонсе к этой выставке. Аналитическое изучение мировых шедевров, переросшее в собственное нетривиальное творчество. Небезразличный взгляд художника на цивилизацию. Более 20 вневременных сюжетов, вызывающих радость узнавания. Борис Федорович Головачев родился в 1939 году в Ленинграде. В 1670 окончил институт по специальности художник монументально-декоративной росписи. Работал в комбинате декоративно-прикладного искусства художественного фонда РСФСР. За время работ выполнил ряд монументальных композиций в архитектуре, в различных техниках. Одновременно преподавал в различных художественных учебных заведениях. В 60-е и 70-е годы входил в состав творческого объединения «Эрмитаж» под руководством Григория Яковлевича Долгача, член Союза художников России и Санкт-Петербургского творческого союза художников. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Ну вот так вкратце о выставке Бориса Головачева и его выставке в Музее искусств Эрарта. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.